пусть они скажут, когда и как они пришли на работу. Денис. Ну, давай. Да. Начальник медицинского дела. Да. На работу пришел в 2009 году, в мае месяце. На данный момент 20 лет. Нет, пришел после чего? Пришел не вот. После чего, пришел на третьем курсе. Пришел на практику, после практики так и остался. Пришел на практику собирать материал, было предложено, даже неожиданно для него, да? Ну да, было неожиданно, потом после практики стал младшим юрисконсультом. Лобил пазл в Одессе в суде. Саша.